Рад видеть вас на канале Час Ремонта. Сегодня у нас на обзоре электрический водонагреватель Zanussi ZWH-S30 Orpheus DH. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также не забудьте подписаться на уведомления, будет много интересного. Актуальные цены на эту модель вы найдете в ссылках в описании к данному обзору. А теперь начнем. Электрический накопительный водонагреватель Zanussi ZWH-S30 Orpheus DH характеризуется высоким качеством исполнения деталей комплектации, присутствием уникальных передовых технологий, обеспечивающих его непревзойденную надежность, а также лаконичным стильным дизайном. Такое устройство будет прекрасным выбором для бытовых целей, использования в квартирах и домах и даже офисах. Данная модель представляет собой современный водонагреватель в белом цилиндрическом корпусе, работающий от электросети и оборудованный высокопрочным баком объемом 30 литров. Благодаря небольшому объему водонагреватель просто идеален для установки в ванной или кухне небольшой квартиры, офиса или дачного домика. Внутренний бак устройства выполнен из высокопрочной стали никель-плюс, внутренняя поверхность которого имеет фирменное мелкодисперсное эмалевое покрытие. Особенность этой модели — это система сухих тенов. Нагревательные элементы, тены, располагаются в специальных металлических кожухах и не соприкасаются с водой. Такая конструкция позволяет избежать образования накипи на нагревательном элементе, увеличивая ресурс его работы. Также устройство оснащено встроенным магниевым анодом, который замедляет процесс окисления нагревательного элемента и стенок бака, а также значительно снижает скорость нарастания известковых отложений. А эффективная теплоизоляция из пенополиуретана снижает тепловые потери и расход электроэнергии. Монтаж водонагревателя производится в вертикальном положении на стене, а трубы подключаются к нему снизу. В комплекте, кроме самого водонагревателя, вы получите предохранительный клапан, диэлектрические переходники, крепеж и документацию, упаковка картон. На лицевой части бойлера расположена эргономичная и удобная панель управления. Для настройки рабочих режимов водонагревателя предусмотрен поворотный переключатель. Аппарат оснащен термометром, указывающим температуру воды в баке. Благодаря этому можно регулировать уровень нагрева максимально точно, а встроенный индикатор своевременно проинформирует вас о готовности прибора приступить к работе. В данной модели предусмотрена позиция регулятора ЭКО, при которой вода будет нагреваться до температуры 55 градусов. В таком режиме минимизируется образование накипи и продлевается срок службы нагревателя. Нагревательный элемент устройства выдает максимальную мощность 1,5 кВт, а максимальная температура нагрева жидкости составляет 75 градусов. На подготовку полного бака горячей воды до максимума бойлер затрачивает 97 минут. Также аппарат требует наличия давления воды на входе от 0,8 до 7,5 атмосфер. Для безопасной работы оборудования предусмотрена защита от включения без воды и перегрева. Водонагреватель имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление через специальное дренажное отверстие. Также устройство поставляется в комплекте с диэлектрическими переходниками, которые предотвращают образование коррозии на патрубках и защищают от утечки электрического тока. Преимущества: круглый дизайн корпуса, уникальное цветовое решение, жемчужно-белый корпус, Dry Heat, система сухих нагревательных элементов, эффективная увеличенная теплоизоляция, простое управление, регулировка температуры от 30 до 75 градусов, индикатор работы и нагрева, защита от коррозии, мелкодисперсное эмалевое покрытие и магниевый анод увеличенной массы, многоуровневая система безопасности, защита от перегрева, защита от сухого нагрева, предохранительный клапан, класс пылевлагозащищенности IPX4. Давайте посмотрим отзывы реальных пользователей этой модели, которые я нашел в интернете. Сначала негатив. Термометр показывает неточное значение температуры. Через год потек бак. Но есть и позитивные отзывы. Невысокая цена, простота использования и ухода. Надежное качество. Безопасность. Скорость нагрева. Сам по себе достаточно компактный. Крутая теплоизоляция, вода не остывает несколько часов. Надежное крепление. Экономичный. Возможно, вы станете владельцем этой модели водонагревателя. В комментариях под видео можете поделиться своим отзывом. Напоминаю, что подборку лучших цен на данную модель вы можете найти в описании к этому видео. Буду благодарен за лайк и подписку. Всем пока!